пришли. Спасибо, что пришли. Татуировки, конечно, красивые. Да. Мне нравится. Разнообразие. Когда забиваешь, что? Забиваешь, чтоб радоваться. Ну там, где? Я не забиваю, чтоб радоваться. Ага, хорошо. Теперь давай с мячом. Так, мяч прижми к вот этому мячу, да? Прям вот сюда, где. Вот сюда. Ага. И теперь в другую сторону развернись, да? Угу. Смотреть в камеру не обязательно. Вот так? Не. Вот так? Как будто по три просто руками, так, знаешь. Ага. Вот, да. Ага. И теперь посмотри вот сюда, пожалуйста. С руками? Да. Смотрим по сторонам в основном, когда я прошу в камеру, то будет переключаться. Так. Ага, теперь вот сюда посмотрим. Чуть-чуть повыше воды. Валер Георгиевич обычно на сборах проходит такие командные мероприятия. Сегодня необычное командное мероприятие по сплочению. Раз можно поучаствовать в выборах, не использовали эту возможность. Ребята как-то больше внимания политике в эти дни уделяют или все-таки только о футболе? Не. Ну, как бы не слышал, не общался с ними на политические темы, естественно. Вот, мы все больше про футбол, поэтому не знаю, между собой о чем они общаются. Как у вас? Первым домом. Сборную сына возьмите. Фобля. 22. В этом году можно посмотреть. Можно посмотреть. Ну хорошо. А сам уже поймем, как какое себя чувствует. Если что чувствуете, сразу говорите. Сразу остановите, рассказывайте себе. Вообще не имеет никаких. Главное, чтобы здоровые были, чтобы травм не было. Все, что мы будем. Жду вас. Максимал.
сюда. А теперь, чтобы подойти, я так сзади закладываю. Говорю, это легко, это Антоха. Готов? Готов. Готов? Да. Максим, поехали, стойки! И рывки, мой друг! Ну, обратно! Спокойно, торопись. Все, поищи, нормально. Пас, обратно. Иван, обратно, на стойка. Да, это твой мяч, Иван. И пам! И еще этот сюда. Okay. А, хорош, да нет! Ты сюда идешь, Юр! Хорош, и ходи ему на лицо! Окей! Окей! Вот, ты нехороший дал, я за него. Но... Игрок Ростов. А? Ну да, он говорил, как тут мяч. Хорош! И забей, Юра! Когда? А при чем тут после зимы? Чемпионат не после зимы идет. Погоди, посмотрим. Вот если ты не забьешь сейчас, то это значит не в фасе дело. Ну он сказал, что пока. Давай. И, пожалуйста. Пожалуйста. На. Я вижу правый. Нет, сначала все. А ты по не смотри, да? Не, я не а ты по не смотри. Сколько ты забил? Один? Глеб. А, один забил? Да. Вот сейчас. Да все. А, поехали, кто делает? Два. Хорош, Кость! Давай, забей! Да нет. Хорош! Есть она! Есть, есть травенькая. Все, закончили? Правильно, уже занято, я уже. А ты зеленый. Я синий. Хорош, Юра! Забей! Нормально! Юрок! Там фол, Луис, фол! Ближе, стань!
Ай!